Октябрь заявил о себе как весьма непредсказуемый месяц. Теплые почти летние дни сменились вдруг холодами, заставив достать зонты, теплую обувь и плащи. И хотя часто говорят, что осень – это пора листопадов и луж, солнечными деньками в этом году она побаловала горожан. И это не может не радовать. Каждый человек по-разному реагирует на приход первых холодов. Но, несомненно, одно – для каждого она необычайно привлекательна в своем спокойствии и умиротворении. Собственно, не было такого перехода заметного в этом году, потому что было достаточно тепло на улице и сразу было включено отопление при первых холодах. Поэтому очень даже комфортно в этом году было. Во всяком случае, теплотрассы не разрыты, значит, готовы к холодам, я так думаю. Не знаю, жалоб нету, в квартире тепло, хорошо, батареи топят, все вовремя. Зимы нет. Вот, немножко морозик был, но так все вроде такие с настроением ходят, радостные. Все вроде нормально. Все готовы, я думаю, к холодам. Было бы здоровье, настроение, а холода – это не страшно. Новые погодные условия, к счастью, не повлияли на чистоту улиц нашего города. Все это благодаря кропотливому труду блюстителей чистоты, дворникам. Каждый день эти люди проводят тщательную уборку, собирают мусор, листву, заботятся о порядке в скверах и парках, на дворовых территориях, чтобы, несмотря на особенности пришедшего к нам сезона, горожане и гости города над Бугом продолжали восхищаться его красотой. Да, убрано. Я, кстати, живу возле сквера Иконникова, и убирают, чисто, и все, и листья падают, и снова убирают. Нравится, да, чисто у нас очень. Должным образом убирается у нас, потому что много дворников, и чисто, и красиво, и много цветов вот к осеннему периоду подготовились. Осенние цветы были высажены в клумбы. Ну, я думаю, да, достойно. Улицы, я думаю, что готовы. Потому что, как пройдешь по городу, вроде бы все красиво, все вроде бы убрано. Осень не любить невозможно. Во всей природе чувствуется покой и умиротворение. Солнце светит все еще ярко, глаз радуют золотистые и багряные оттенки листвы. И тоскливые монотонные дожди, мрачные тучи, сырой промозглый ветер не могут затмить строгую красоту этой поры, ее жизнеутверждающую силу. Осень – то время года, когда люди должны согревать друг друга своими словами, своими чувствами, своим добрым отношением к близким. Золотая пора сулит нам новые события, новые открытия, новую любовь.